3, 2. Під нестихаючі оплески ми розпочинаємо останній випуск програми «Богиня шопінгу». Усе найкраще за 11 сезонів просто зараз. Все, Альона, давай, поїхали. Давай, починай роботити. Хлопну. Оу, оу, полегче. Мотор. Загалом у богині шопінгу взяли участь 273 учасниці. І кожна третя з них називала себе співачкою. При цьому я зараз не можу не вспомнити ні одного названня. Всі ці групи були бездарними і дуже ужасними. Вообще у нас страна очень поющая и очень много талантливых людей. Но, конечно, бывают у нас на сцене исключения, которые не умеют петь. Да ладно! Кропива ты моя! Кропива! Знай, що вдячний тобі! Я навік! Не косив я тебе, не косив! На поляні траву зайці в полночка сіли. И при этом напевали странные слова. Да ты такой, давай, до свидания. А ты кто такой, давай, да. Ну, типа того. Она знала, что камеры работают? Люди вообще не уходили в этот момент? Эксклюзивно для богини шопинга. Do you like the da-da-da-da-da-da for real? Yup-yup. For real, yup, yup, to be on the da-da-da-da-da-da. Now tell me how you... Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Первый раз на этой передаче мне стыдно. Я любила Сережу за его Мазерати. Я любила Ашота за отвязные пати. Я любила Динамо за его третий номер. Я любила Миколу Григоровича, пока он не помер. Вы знаете, что я пела в церкви? Ну, хорошо, хоть не под церковью. Что ты могла в церкви петь? Мурку? Сначала я пела «Богородице, Дева, радуйся», а вечером на другом конце стола тот, с которым я жила. Я ничего не говорил. D-I-S-C-O. Living la vida loca. Я не пою уже полтора года. Вот хорошо, когда все-таки иногда не хватает денег. Посадья и тантратья, дихостисага писиматья. Танцуй сиртаки. Так, все, пусть танцует сиртаки. А это было образцово-показательное выступление «Танец сиртаки» специально для моего лучшего друга Данила Грачева. Кожна п'ята учасниця «Богині шопінгу» гордо іменувала себе дизайнеркою. Найталановитіших ми взяли до нашого спецвипуску. Це платье моєго дизайну. Це та дівчинка, яка на випускному в минулому році засвітилась, тому що платье таке же. Да, сразу так похорошели девочки. Без шляп сидели, черти шо. Шляпы надели прям на выданье, принцессы. Это цена, да? 780 рублей, правда? Ну реально, неси голову. Вот тебе шляпа. 780 рублей. За 700 отдам. Ужасный тремпель. Тремпель ужасний, ти виділа, що ти шьєш, родна. Усі, хто не шиє і не співає, дивували, чим могли. Декламували вірші, грали на балалайках і фортепіано, сідали на шпагати і просто задирали ноги. Дякуємо вам за всі ваші таланти. А якщо в шаурму додати ліки, то тваринка вилікується і побіжить додому. Значить, слушай. Морские свинки детки спросили свинку мать: а правда мы морские? Ну да, сказала мать. А что же нам отсюда море не видать? Собака охраняла гладиолусы, маячило ей счастье впереди. И ветер, нежно гладив на собаке волосы, казав: смелей, собака, вдаль гляди. Ну не смотри, ну плюнь да раза три. О, давай. Ну не смотри ты на меня оттуда. Эмоцию, эмоцию давай мне, давай, Анна. Как на меня щенка посыпались дары. Прям вот да, жилу дала, правду матку. Вот матку было лишь. Оскар. Заговорил с тобой по-русски! Я сижу, да? А вот теперь я змея. Представим себе, что это у нас гантелька. Мы качаем. Качаем ручку. При этом у нас идет спинка ровная, у нас напрягается ножка, у нас напрягается ручка. Ручка напрягается, и ножка пошла. Она
она реально играет. Ох, вы знаете, мне кажется, этот вокал был бы лучше, если бы она была в коротком платье и раздвигала ноги. Я была лицом магазина в год. Хорошо, что не голосом. Дорогие покупатели, приглашаем вас в отдел галантереи. А в Грузии я была не просто так. Меня пригласили там сниматься в одном проекте, который назывался Топ Коко. Что? Топ Коко? Топ Коко? Топ Коко? Топ Коко? Топ Коко. Окрема група – зіркові богині. Вони запізнювалися на зйомки, гримувалися по 3 години, доводили до сказу знімальну групу. Але ми все одно вас любимо. Дякуємо, що прийшли. Не шумите там, я інтерв'ю даю. Лена вживається в образ телезвізди. Слідуючий етап – це поставте світ мені поближе. Що ви на мене строє, що не світите? Блузу під нього? Давайте, а що вниз? Юбка є, узка, карандаш? Білосніжка така. Так, гноми, побежали, прибежали. Так, ты все... юбку? Тебя расстрелять. Я не смотрел ни одной серии «Богини шопинга» с Ольгой Поляковой, но знаю ее скверный характер. Мне было просто жалко съемочную группу. Ну плохо, ну-ка длина идиотская. Я не хочу в нем дефилировать. Можно не буду в нем дефилировать? Ну давайте я буду в этой передаче выглядеть как знает что. Девочки, осторожно, отойдите от нее на расстояние вытянутой ноги, пожалуйста. Боже, какая я толстая в нем. Или это зеркало у вас там жирное? И зеркала им расфигарь быстренько. Что это такое? Полнят тебя. Я не хочу, я сказала, я не хочу, и не будет так. Альона Лоран так образилася на нас, що обіцяла більше ніколи не давати інтерв'ю. Альонко, ми все одно тебе любимо і з особливою ніжністю пригадуємо програми з твоєю участю. Я зараз почну говорити про образі содержанки, то ще тема знову розвиється, я не хочу. Давай поговоримо про образі Альони Лоран як великого літератора. У мене є директор тепер. Сутенера став директор. Мне все говорят, почему ты хочешь с этим сутенером? А я так буду говорить, это не сутенер, это директор. Мой неудачный опыт на рынке Украины как продюсера и пиарщика начался с продюсирования восходящей звезды специфического жанра Алены Лоран. Специфического жанра! А что это за жанр у Алены Лоран? Моральная проституция? Мне кажется, что этот образ должен заценить Леша Дурнев, может быть. А. Ой, что это такое? Что это в шубе? Что это выпрыгнуло в шубе? Слово заценить. Оль. Я тебя прошу, Алё, корректируй. Оля. Вообще, Алене было опасно работать с таким пиар-менеджером, как Оля, потому что они могли просто войти в режим соревнования, у кого больше губы. А теперь... Девушка с губами 0,5 килограмма. Алена Лоран. Па-па-пара-пара-па-па-пара. Прекратите смеяться над Аленой Лоран. Да, она ущербная. Да, она странная. Да, она говорит глупости. Но она моя Алена. Але справжньою зіркою програми богиня шопінгу зробила нашого звукорежисера Арама. Його обличчя було мало не в кожному випуску. Эти туфли очень понравились нашему звукорежиссеру, и он хочет в них дефилировать и дебютировать на своей свадьбе. Ты зачем подставила братана моего? Зачем ты подставляешь его, слышишь ты? Я вырежу. Вот это я вырежу точно. А что ты, Арам, нервничаешь? Тебе идет этот цвет? Хорошие туфли. Разносил уже? Блин, что как это можно сказать? У Рама слюни потекли. Главное, чтобы на аппаратуру не попало, потому что это же аппаратура дорого стоит, да? Что там, Арам, Катиной попе приклеилась обертка коньяка? Что ты не можешь отвести от нее взгляд? Баба моя бабуля, я бы вообще под нее низ никакой не одевала. Блин, я представляю, как звуковику было приятно снова и снова цеплять эту петличку. В этом образе можно пойти на свидание со звукорежиссером программы «Богини шоппинга», но не с парнем моей мечты. Мне очень нравится, как Арам, каждая участница говорит, все, ты моя лучшая, ты моя невеста, я, короче, тебя везу в Вишгород, там с папой, мамой знакомлю тебя вообще, у меня гараж BMW стоит. Мы пробачали нашим богиням все, и відпочинок на Атлантиді, и незнання іноземних мов.
А от вони нам не завжди. Я дуже устав. Мені би хотілося поїхати кудись відпочити. От дівчинки кажуть, деякі відпочивали в Атлантиді, на лижному курорті. Я вот теж думаю туди податися. Где находится Атлантида? Я бы не хотела поехать отдыхать на Атлантиду, потому что для меня это чересчур холодно. Мы обязательно поедем и посетим Атлантиду. Чтобы не было... Он... Это писец. Это ж какой-то. Кандидат наук пришел к нам в программу. У меня есть 2000 гривен и 4 часа времени. На деньги наши плюнула, видела? Зашавши. Боже, для того, чтобы избавиться от настолько глупых девушек, нужно просто вживить им в мозг маленькие микросхемы, которые просто будут взрываться в следующий раз, когда они будут говорить очередную глупость. А зашавши магазин, мне понравилось вот это платье. Вот тот самый момент, в котором бы взорвалась микросхема в голове. Просто остатки мозга. Я помню, вспомнил прекрасную участницу Саши, не помню, как ее фамилия, но она говорилась очень интересно и очень по Фрейду. Пусть он найдет себе другую шлюху. Вот, именно так встречать любимого в самый раз. Он долго не виделся, соскучился, если, конечно, с другими шлюхами. Ну, не в смысле с другими шлюхами, а давайте еще раз. Вот. Не слушай, она тебя сейчас плохому научит. Милена из Одессы, жена депутата, она была самая большая блондинка, говорила просто на ужасном русском языке. Она была еще больше блондинкой, чем Каролина Руфо. У меня было одно серьезное дело, в котором как бы я присутствовала и нужно было включать мозги. Я безумно очень испугалась, потому что для меня это дико, то есть у меня такого не было. Знаете о том, что мозг вообще деградирует? Ну, это правда. Это ты нам рассказываешь. Примерочно я неаккуратно застегнула молнию, и ткань попала в молнию. И расстегнуть я уже его не смогла. Вот так? Смотри, все, что тебе нужно было сделать, это сказать «Скузи ми аморе, мачело уна проблема». Но больше мне нравится А я знаю на испанском, нету пидорас охуелась. Что это значит? Мой внук попросит блинчиков. Добрый день! Я владею английским и китайским, почти в совершенстве уже. И в русском совершенстве бы владела, но просто шикарно. На клуб, гэ, шо, на. Скажи что-то по-китайски. China, in Ukraine. Боже, я никогда не думал, что китайский настолько поразительно похож на английский. Мне как филологу больно на это смотреть. Больно. Гофрированный фатин. Платье в стиле стиляк. Ну такое, платье в стиле стиляк. А, не могу... Ну такое, платье в стиле фильма «Стиляги». А... Я вылезу из торта и уйду домой. На котором я вылезу из торта и уйду домой. Она бы не позволила себе одеть слишком секси-пекси платье. Леночка, в 1 256 раз сообщаю экстренную информацию. Понимаешь, прям пик-пик-пик-пик-пик азбукой Морзе. Надеть – это на себя. Надеть. А одеть – на кого-то. Надеть на себя, одеть кого-то. Все просто. Еще раз повторить. Это платье известной торговой марки Херфлегер. Боже, РВ или Ж, кому я это говорю? Ты все равно не запомнишь. Кэлли в переводе с... Или как же... Как этот язык? Латынь. С латыни это небеса. А я подумал, что это в переводе с латыни небеса. Люблю леопардовый цвет. Все, леопардовый это уже цвет. Все, приехали. Мне нравится леопардовый цвет. Так, в радуге. Каждый охотник желает знать, где сидит леопардовый цвет. У меня два высших образования, даже три. Про ПТУ забыла? Даже я устроилась на такую работу, у меня нету высшего образования. Судя по тому, как ты говоришь, у тебя даже и среднего нету. Девушки приходят на программу «Богини шопинга», потому что они хотят, чтобы Леша Дурнев дал экспертную оценку их интеллекту, их сиськам и их ногам.
Ми не полінувалися підрахувати. Слово «груди» прозвучало в нашій програмі рівно 2357 разів. Без сумнівів, найпопулярніша частина тіла нашої програми. Это моє шоколадне плаття. Наконец-то хоч хтось, у кого є хоч немного сісок, знявся в програмі «Богиня шопінга». Это вырез на спине, соответственно, его нужно носить без бюстгальтера. Бюстгальтер? Так моя бабушка называет эту штуку. Бюстгальтер. Я во время выступлений, концертов, мероприятий, я пользуюсь бельем с пушапом. Слезы им вытираешь? Да, у меня есть сиськи, да, там нет пушапа. Да, Леша, хватит на них пялиться. Да, я специально не застегнула две пуговицы. Первый с половиной, ближе к второму, такой мягенький, хорошенький, можете потрогать. Ну, Натя, вот тут можете. И камера упала. Наш оператор делает? Нормально? В пост, за грудь лапать. А как тебя зовут, Антон, да? Или... Отличные девочки, которые сначала дают потрогать сиськи, а потом узнают, как тебя зовут. Люблю таких. Натураль or силикон? Силикон or натураль? Где пластика? Вы что? Нет никакой пластики. Все натурально. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Пообещай мне и пообещай сейчас всей стране, что сколько бы денег у тебя не было, какие бы возможности у тебя не было, ты никогда не вставишь себе силиконовые импланты в грудь. Обещай. Это ботоксные губы сопротивляются и не могут пообещать такого. Что, он записалась уже на операцию? Я ни за что и никогда не увеличу грудь. За миллион долларов, конечно же, я увеличу себе грудь. Да за миллион долларов что уж там. Я тоже увеличу себе грудь. Давай, Грачев, сделаешь себе сиськи за миллион долларов и будем с тобой встречаться. Давай по одной груди и миллион напополам. Девочки, пожалуйста, не носите пушапы и не делайте силиконовые сиськи, потому что с вами случится то же самое, что произошло с Олей Орловой. После отдачи от ружья разорвался имплант внутри. Стивен Спилберг снимает фильмы ни о чем по сравнению с этой историей. Швейцария, новые технологии. Можно вот здесь вот откачать, а сюда вставить. Боже, это просто какая-то утопия, когда жирные ляхи можно превратить в классные сиськи. Благодаря богине шопинга я узнал, что можно колоть стволовые клетки куда угодно себе, можно колоть их в грудь. Это как бы нетрадиционный образ. А что он тогда, носки подложил? Это стволовые клетки. С помощью стволовых клеток можно еще и мужское достоинство увеличить. Боже, я столько узнаю о жизни из вашей программы. Спасибо вам, богиня шопінгу. А от справжній поціновувач жіночих грудей програми «Богиня шопінгу» Олексій Дурнєв завдяки нашій програмі прославив свого молодшого друга на всю країну. Правду про мій член ви не узнаєте ні в останньому випуску програми «Богиня шопінгу», ні в якій-либо другій програмі. Правду можете узнати тільки у мене в гостях на Богатирській. А правда ли що? Что там 5 сантиметров. Так. Я говорю, стерся уже до 4. Пробью в СБУ. Пробей в СБУ. Сколько у меня сантиметров? Пусть Алена Лоран наконец-то узнает. Каждым сезоном все меньше и меньше. Так докатимся, Леш. Знаете, я в своей жизни верю в чудеса. Поэтому даже если у Леши небольшая морковочка, то она распустится, когда увидит меня в этом. Ну, блин, пришло время говорить правду. Ну что, если программа подходит к концу, будет неприятно, если девчонки так и останутся думать, что у меня до смешного маленький. Ну, даже минусану чуть-чуть. Если нет основания, вот такой вот это. Вот такой. Попри всі балачки, програма «Богиня шопінгу» може офіційно заявити. У Дурнєва не 5 сантиметрів, а цілих 8. Єдине, за що обідно, що от многі дівчатки приходили к Лёше Дурнєву. Жаль, що у них нічого не сложилось. В городі, откуда я родом, город Маріуполь, там родились очень талантливые люди, такі як Александр Кривошапка, Андрей Бедненков. И, конечно же, моя несбыточная мечта – Леша. Вы мне жизнь пересрали этой программы. Я теперь куда не приду, а мне говорят, так у тебя же девушка Алена Лоран, иди там с ней виси, не будем тебя давать. Теперь вот еще, вот он была с Луганска, это, слава богу, я там отшутился, теперь это барышня. Ну неужели, как говорит Оля Полякова, я чем-то хуже. Пройди со мной по красной дорожке, Леша, я тебя очень прошу. Что?
Легче всего сидеть перед компом и обсирать всех. По-любому, поэтому мы тут и сидим. У нас хватает разума не идти туда и не выбирать вещи. Мне одному кажется, что меня Стопчука и Мерзликина вырезают тупо из программ полностью. Я просто не смотрю, думаю, потому что обращение свое время к Дурневу и к Грачеву. То есть у нас три комментатора, два умных, а ты, Вова, потупи, потому что ты блондин. В таком наряде я бы сходила скорее на свидание не к Леше Дурневу, а к Вовке Стопчуку. Я тебе за Вову глаза выцарапаю. Вова мой. Все. Я лишь твой номер ван, и тебе лишь отдам я. Это ТВ-шоп на диване. Я больше не можу дальше розтягувати. Програма «Богиня шопінгу» також хоче офіційно заявити, що Володимир Остапчук не гей. Так, я не гей. Він давно одружений і нещодавно став татом. Уся редакція вітає Вову та його дружину Олену з появою маленької Емілії, нової богині. Покоментируєш, мабуть? Надіюся. Ти у нас богиня наша шопінгу, так? Богиня шопінгу завершується. Ми просили наших коментаторів не плакати, щоб не поплив грим. Тож без жодних сентиментів їхнє останнє слово про улюблену програму. На вопрос, що мені дала богиня шопінга, потрібно дати відповідь під музику. Если ты не existe, пап. Ніколи раніше я не получав стільки проклятий в соціальних сетях. Спасибо, ребят, спасибо. Я з грустю в душі вспоминаю ті моменти, коли у мене був великий словарний запас. Це було в початку програми. Я мог говорить на разные темы. Сейчас я говорю только об одежде. Вы для меня семья. За год с небольшим вы стали для меня такими родными. У меня офигенно дофига секса, но я не знаю, что с этим теперь всем делать. Я понимаю, что я стал плохим человеком. Я начинаю унижать женщин. Я переспал, наверное, где-то процент, ну, с каждой шестой девочкой, которая снималась в программе «Богиня шопинга». Мы закрываем богиню шопинга, чтобы начать новое грандиозное шоу. Уже с понедельника я объявляю войну безвкусице. На телеканале ТЭТ. Не пропустите.